Спасибо, дорогие друзья. Собственно, у нас будет небольшая традиция. Мы будем каждое отделение нашего любого джема будет открывать инструментальные композиции. Вот. И, собственно говоря, переходим мы к вокализации нашего пространства сегодняшнего. Вот. И первая композиция, которая прозвучит, она всем, наверное, известная. Вот. Мы сейчас соберемся с ребятами и постараемся ее хорошо сыграть. Я хочу пригласить на сцену девушку, зовут Екатерина. Правильно, да? Угадал. Ура. Вот. Так как у нас происходит все в формате джема, джем, собственно, заключается в том, что песен мы этих не репетируем. Вот. А от этого как бы есть вот эта вот живость, понимаете, так называемая. Вот. И если что-то вдруг вот сейчас может произойти, то все будет хорошо. Друзья, мы, пожалуй, можно вот это, мне кажется. Господа духовники, Иван и Илья, пожалуйста, вернитесь на сцену, ребята. Вы нам необходимы, да, они, видимо, устали уже очень сильно. Ну, а тогда, пока ребята идут, я вам расскажу о том, что мы здесь собираемся каждую пятницу, друзья. Вот, вся информация, которая вас может заинтересовать, или если вы хотите поучаствовать, вы можете найти группу ВКонтакте, называется она GlovePostJam, все очень просто. Там есть я, зовут меня Слава Быстров. Вот, пишите мне, мы с вами общаемся, находим какие-то общие точки соприкосновения, и, собственно, все происходит. Вот, ребята, пойдемте. Красивая песня, да, четыре нотки, пойдемте. Четыре нотки по ощущениям сейчас нажмем. Тональность, любые почти, да, тональность тремянула. Итак, песня Crazy in Love, Екатерина для вас сегодня здесь, на GlovePostJam. Как настроение, друзья? Надеюсь, все хорошо, вам все нравится, да? Не зря мы это все, да, делаем для вас. Ура, прекрасно. Crazy love, coming to you so crazy right now. Look at your crazy love, coming to you.
Thank you.
Друзья, давайте искупаем артистку Баласа. Екатерина Ляла специально сегодня песня произвела. А я хотел бы пригласить на сцену Ирину Чумакову. Ирина, вот вы там пролетаете, так сказать, мимо нас, пролетаете прямо сюда. И композицию, которую мы исполним, называется она Shadow. Но только не Off Your Smile, а более другая композиция. Да. Есть такой замечательный человек, Ирина Кобана назвал. Вот это, собственно, композиция его. Смотри, можешь выбрать какой-нибудь микрофон, который тебе более нравится. Лёха, ты не против, если у нас челлендж произойдёт, человек хочет на барабанах сыграть, да? Может быть, Денис Духов нам поможет на басу, пожалуйста, да? Я думаю... Нет. Это же джем. Расскажи что-нибудь про свою интересную жизнь. Завтра, кстати говоря, у нас с Ириной будет концерт, опять-таки, в клубе Алексея Козлова, только на 4-м этаже, да? Насколько я понимаю, правильно? Да. В 22:00, друзья. Вот, если вам сейчас понравится, а вам должно понравиться, я думаю, то вы приходите завтра. Хорошо? Под свободу. Для вас. Да, и, собственно, Алексей Любчик, бас-гитара. Друзья, давайте поаплодируем. Алексей Козловский, барабаны. Ребята к нам еще вернутся. Денис Петухов на бас-гитаре. Юра, коротко. Коротко и ясно. Давайте. Ура, поехали. Да, песня о любви, предыстории. Не стесняйтесь своих чувств. Живем один раз. Shadow, shadow.
Этот бит, падаю клич, парами вниз, за мной просись. Мне хочется, чтобы все тонкие стены расставили, make нас два или три, стирать и хватит. Новый мир вновь будет дать туманы вместе со всеми нами. Топтами, часами, теми годами, веками, пока мы хлопаем веками, за толстыми стали сдали. Сами, won't you give me some reference, some shining, разбить печати печали, на причале части счастья, ты нечаянно чаян. Я вижу, как люди теряют мне свои судьбы, пеняя на то, что трудно, вина угрюмой будни. И вряд ли тигры прятки уберут коробку, до дней кратких срок окончания. Похью, подводя итоги, разумно, много, и тут мы делаем ноги, моля о спасении Бога. Прикол в том, что их первых накроют монотонным сном, начали последнего тома. Woo! Yeah! Let's make a chance! Everybody come on! One, two, the two, two, the three, two, the four! Oh yeah! That's right! That's right! Yeah! Yeah.
Ирина Чувакова, друзья, для вас. Завтра мы вас ждем на 4-м этаже здесь. Приходите. Будет очень хорошо, будет много хорошей музыки, и, собственно, Ирина будет блистать. В общем, вот. Итак, у нас есть еще, значит, одна прекрасная девушка, которая хочет спеть. Да? Оп! Берушка, правильно. Вот это. Да, у нас очень, видимо, местами громко, да, друзья? Есть такой момент? Только там. Хорошо, значит, тут там сидит, но совсем выйдет Беруша. Итак, композиция называется Work Song. И прекрасная Филис сегодня здесь для вас на главном джем, друзья, в клубе Казани. Ура! Ну, начнем. Юрий, а вот постойте, вы куда? Как, ну что? А что? А, все, окей. Итак, композиция, ну, в общем, расскажи, что. I'm a bit
Спасибо, друзья, огромное. Собственно говоря, мы продолжим инструментальные композиции, наверное, да? Вот, Алексей Любчик, пожалуйста, прошу вас вернуться. И, господа, да, вот. Да, композиция будет называться «Мистер Клин», «Мистер Чистюля», «Чистота», «Маркус Миллер». Вот. И в роли Маркуса Миллера сегодня Алексей Любчик у нас будет на бас-гитаре. Вот, Алексей позанимался, ознакомился с композицией, прекрасно. Лично позвонил Маркусу, побеседовался по этому поводу. Вот, и, собственно, после этого у нас будет небольшой перерывчик, друзья. Вот, как настроение у вас? Все у вас, надеюсь, хорошо?
Еще раз здравствуйте всем вновь прибывшим. Вы попали на мероприятие, которое называется Glove Post Jam. Сегодня здесь и каждую пятницу мы тоже здесь собираемся, играем, джемуем хорошую различную музыку. Вот. Итак. Саксофон. О, у нас троетрубие здесь, да, происходит? Никиту позвать. Никита. Рачков. Никита Рачков, пожалуйста, подойдите к сцене. Секундомерчик пошел. Ожидание. Столько людей Никиту Рачкова ждут. Ну, смотрите. Не могу. Не ты. А, ну тебя... Ну, окей. Итак, мы, наверное, начнем понемножечку, да? А есть мужчины-вокалисты, а? Мужчины-вокалисты? Да. Right. Есть. Должны быть. Будут в следующем заходе. Итак, начнем мы Мистер Клин, друзья, песни. Да, поехали. Thank you.
и написала такой отличный текст, и забыла про него. Окей, я ставлю выжимку, самое главное. Это был текст про время. Вишня, то ли варенье, хорошие
друзья, огромное. У нас небольшой перерыв. Мы прервемся, но для вас будет играть сама музыка от диджея Франции, нашего сегодняшнего специального гостя. Друзья, хорошего всем настроения, не расходитесь, мы еще поиграем, повеселимся, пообщаемся, пободримся. В общем, ура! Thank you.
We'll be right back.
Ура, спасибо, друзья. Итак, я хочу пригласить на эту сцену прекрасную, двух прекрасных, да? Правильно я понимаю? По очереди прекрасных. Итак, Наталья Сметана. Правильно я понимаю? Пойдем. И Алмаз, пожалуйста, вот на барабанах у нас сегодня. Лёха. Ну, в общем, Наталья сейчас сама все расскажет, вам объявит. Доброй ночи. Сейчас сыграем старый фанковый стандарт. It's my thing! Марва Уитни автор. Из Джеймс Браунских фанк-див. Thank you.
Итак, друзья, спасибо Наталье. Замечательно было фанкового настроения, поддали прекрасным образом. А, Денис, а ты не уходи. Еще одна композиция будет прекрасной. Какой-то шаффл сейчас будет происходить. Итак, еще Наташа, я хочу пригласить на сцену, исполнить еще одну композицию. Да, ребята, чтобы мы не затягивали, убедительно просьба, пожалуйста, господа духовики, не играйте так долго. Это классно, конечно, но серьезно, пожалуйста, я вас умоляю. Да? Да, ребят? Да! Да, ну, лучше как бы коротко, но по существу, да, нежели чем. В общем, передаю микрофончик, поехали. Много шафл фанк сейчас будет. Yeah.
Спасибо, друзья. Ну, собственно, после такого прекрасного грохота мы сейчас играем красивую мелодию, песенку, которую исполнит Ирина Чувакова, которую исполнит. Я чувак. Есть, да, небольшое расписание. Тут Денис Василевский у нас выйдет за барабаны. Алексей Любчик на бас-гитару вернется. Да, это будет авторская композиция, которую мы все дружно написали. Да. И вы можете ее завтра услышать, кстати говоря, если кто придет на концерт. Завтра мы играем на 4-м этаже в 10 часов вечера с Ириной. Такой с Ириной группой нашей, да, мы играем концерт. Вот. Да? Поехали. Песня называется «Грэмми». Мы мечтаем получить за нее этот прекрасный приз. Однажды. Однажды. Так мало уже людей. Но вот самые стойкие. Вот вам и споем. Кто завтра не попадет к нам? Да? Алексей, дай огня, пожалуйста. И у нас ошлась. Standing and singing, but you don't hear me. All my life I've been trying to tell how I would save all my grins. I'm standing and singing, but you don't hear me. I will take my
дудки так запугали, что никто не вышел. Почему же у нас нет ни трубы, ни саксофона? Сейчас будет еще одна песня. All or Nothing она называется. Это прекрасная песня прекрасной певицы Джамалы. Именно с нее я познакомилась вообще с этим автором. Все знают, да, эту песню? Вы все знаете эту песню, вы все играли у нас на концерты, ребята. Поехали. Леша предложил, кстати, это вот его любимая песня. Спасибо, Леша. All or Nothing. Он любит все или ничего. Слава? Слава, давай, ты можешь. Может, поточнее, пожалуйста. Спасибо, Леша. Yeah.
рабочий. Как и мне. Ирина Чумакова, друзья, для вас сегодня здесь на Love Most Jam. Итак, друзья, у нас есть еще одна прекрасная композиция, которую мы хотим исполнить. Вася, пойдемте, ребят. Эрик, еще где-то Елизавета здесь была у нас в здании, девушка такая осталась, и она в живых, интересно. Пока не видно. Ну хорошо. В общем, композиция хорошая, заводная, местами. Хип-хопогово направление. Хип-хопогово. Да. Вот. Сейчас мы попробуем ее изобразить. А вот у нас есть Василий, он принес ноты всем ребятам, чтобы как бы было все как в настоящем оркестре. Вот, все по нотам, все серьезно. Ну и мы мимо. Ну вот сейчас мы проверим, как чтение с листа у ребят. Ну, Александр, я знаю, точно все сыграет, да? Собрались, да? И не понимаю, что происходит. Итак, ну мы попробуем, тем не менее. Есть силы-то еще, ребята. Вы молодцы, что вы еще здесь с нами. Потому что это не просто. Это не то слово. Ребят, всем привет. Че, ну кто остался, можете просто покричать там, я не знаю, можете похлопать. Как хотите. Думаю, чтобы вам было удобно. Сейчас будет музыка, которая, ну, произошла из той музыки, которая звучала раньше на этой сцене, да-да-да-да-да. Есть такое направление neo-soul, вот, поэтому... Я думаю, что вы все поймете, прокачаетесь и все такое. Не, ну, друзья, в любом случае, вы можете поаплодировать всем ребятам, которые здесь сегодня выступали для вас. Я уверен, что им будет приятно, потому что это, ну, это мастера своего дела в любом случае. Поэтому я думаю, что это стоит уважения, да? Все, мы определились. Ребят, все для вас. Clap your hands, everybody, you know what I mean? We'll be right back.
I'm not afraid to
Поаплодируйте, пожалуйста, музыканту, который сегодня играли для вас. Большое играли в песню, большое играли в принципе. Эти джемы очень важны для нас. Спасибо, друзья, огромное. Спасибо, Эрик. Спасибо всем. Друзья, на этой замечательной, прекрасной мелодии я предлагаю закончить наше сегодняшнее погружение в музыкальное, как бы, вот эти вот все пространства. Вот, хочу сказать вам всем огромное спасибо, что вы здесь сегодня с нами, что вы все пришли. Я вам аплодирую непосредственно лично. Спасибо огромное всем музыкантам, всем ребятам, всем, кто участвовал сегодня. Вот, спасибо огромное всему персоналу клуба «Козлов». Ребята, звукоцех, светоцех, администраторы, бармены, официанты, уборщицы, все. Повара, наверное, да, тоже? Вот, собственно говоря, увидимся в следующую пятницу, здесь же, в то же время. Вот, вся подробная информация есть в ВКонтакте, группа называется «Lakmus Jam». Заходим туда, добавляемся, все читаем, смотрим фотографии, видео, в общем, все, что хотите. Вот, меня зовут Слава Быстров, друзья, спасибо огромное, до следующей пятницы, пока-пока.